крупным проиграли сегодня. Как ты соперник оценил его? Соперник, у них очень много больших, конечно. Это нас вообще очень сильно подкосило, можно так сказать. Но они нас задавили, на самом деле, под кольцом. Вот, ну, хороший соперник, что сказать. Сбалансированная команда у них есть, и хороший разыгрывающий, они трешки бросают. И в проход хорошо идут, и подбор берут. Ну, в общем, по всем статьям проиграли, что сказать. Ладно, успех будет. Да? Спасибо.